акции Ницце Кипатуя, то есть самый умелый. Данная акция проходила в рамках выставки «Мастер года» с 2 по 31 марта. Суть выставки заключалась в том, что каждому гостю, который приходил на выставку и приобретал входной билет, вручался жетон. На оборотной стороне этого жетона необходимо было указать фамилию того мастера, изделия которого больше всего понравились. Значит, в участии приняло 602 участника, то есть 602 жетона. Вот, подведя итоги, со счетом 61 голос у нас победил Николай Петрович Щепетов, поселок Жешер Усть-Крымского района.